1 минута 32 секунды. Именно за это время команда из 6 пожарных может спасти человека из огненного плена. Доказали это соревнования по пожарно-прикладному спорту, которые прошли в Ульяновске в канун 85-летия со дня образования Гражданской обороны России. Участники продемонстрировали всю свою скорость, ловкость и выдержку. Сначала подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа, а затем снятие, установка и подъем по выдвижной трехколенной лестнице в окно 3-го этажа. Традиционные соревнования ежегодно проводимые, значит, как я еще раз сказал, в целях повышения профессионального мастерства и демонстрации возможности пожарных подразделений правильно и грамотно сработать на условиях реального пожара. Всего в соревнованиях участвовали 12 команд по 6 человек в каждой. Победа буквально вырвала пожарно-спасательная часть номер 7, время выполнения упражнений которой составило 1 минута 32 секунды. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.